На руках у медсестры Йылдыз впервые за 7 месяцев покидает стены, ставшей за это время родной для него больничной палаты. Здесь он боролся со смертью, открыл глаза после сложнейшей операции и здесь же встретил свой 4-й день рождения. Сегодня мальчика выписывают домой. Данный ребенок сейчас с улучшением намного. Он пришел в сознание, значит. Начал слегка разговаривать элементарные вещи бытовые, выполняет команды. Конечно, имеется, сохраняется, значит, неврологическая симптоматика, парез левосторонний, он тоже потихоньку этот регрессирует. В общем, динамика положительная есть намного. Полгода этот малыш лежал в коме, в которую впал после того, как его на бешеной скорости сбил водитель. Врачи провели операцию, сделали трепанацию черепа, но ребенку это не помогало. Чудо случилось 4 недели назад. Йылдыз открыл глаза, узнал маму, а потом стал и сам кушать. В однокомнатной квартире Йылдыз вместе с мамой будет отдыхать от лечебных процедур. Остальных четверых детей Бибигуль отправила на время к сестре. Боится, чтобы во время шумных игр детвора не навредила младшему брату. Это квартира моей сестры. Остальные дети вместе с сестрой будут жить в нашей квартире. Здесь мне спокойнее. Йылдыз пока не окреп, и ему нужен особый уход. Кроме этого, ребенку необходимы препараты. Средств на приобретение лекарств у семьи нет, ведь авария разделила жизнь семьи на до и после. Раньше мама Йылдыза работала на базаре. Теперь будет только ухаживать за сыном. По словам врачей, мальчику еще не раз придется вернуться в больницу для прохождения курса реабилитации. Около 2 лет ребенок будет под контролем медиков.